Вы не очень страдаете от разлуки с Бонапартом. Меня утешают его победы. Я скучаю по нему. Вы знаете, сейчас я сделаю признание, которое вас удивит. Мне кажется, что я люблю своего мужа. Это пришло ко мне понемногу, незаметно. Я поняла это отчетливо в тот момент, когда покупала в апреле Мальмезон. Я думала тогда о нем, о том, как мы будем там счастливы вместе, как вы изменились. Признайте, что мои советы оказались пророческими? Да, я вам так благодарна. Но расскажите теперь мне о себе. Праздник подошел к концу. Полно вам, вы королева директории, которая боготворит Париж. Боготворит позолоту снаружи. Внутри же гниль. Вы любите Бараса? Как можно любить мужчину, который не стремится к власти? Я уже устала его подталкивать. Он любит только удовольствие. Ну, может, он любит вас по-своему? Нет. Я ему только мешаю. Он заключает соглашение, не имея никаких убеждений. Нельзя вложить оружие в руку того, кто не хочет сражаться. О, мой дорогой месье Уврар, как же я рад наконец вас видеть. В последнее время меня часто можно видеть в Люксембургском дворце. Кто смеет вас в этом упрекать? Садитесь же, мы с вами побеседуем. Вы прекрасно выглядите. Из этого я делаю вывод, что дела вашего банка идут лучше, чем дела нашего государства. Мне не на что жаловаться. Вы счастливец. Вы даже не представляете, как мне тяжело управлять страной в период таких сложностей. Когда приходится прокладывать дорогу среди всех этих якобинцев, этих роялистов и самих членов директории, которые пожирают друг друга, как волки. По правде говоря, я очень устал. Все это вам должно компенсироваться чем-то очень приятным. Вы имеете в виду Терезию? Она прелестна. Так соблазнительна. Эта женщина дорогого стоит. О да, она обходится мне недешево. Для мужчины это счастье иметь рядом такую женщину. Никто не знает всей правды о жизни супружеской пары. Что ж, вернемся к нашим делам. Богатые напрасно отказались от нашей просьбы о займе. Казна пуста. Они, согласитесь, могли бы поддержать правительство, защищающее их интересы. Они просто устали от внутренних распри директории. Вы полагаете, один член директории внушал бы им больше доверия? Несомненно. Терезия придерживается того же мнения. Надо признать, что у этой женщины отменное политическое чутье. Наверное, стоило бы что-то предпринять в этой ситуации. Да, стоило бы что-то предпринять. Что-то решительное. Это оздоровило бы политическую жизнь. Но как это что-то осуществить? Без денег? У меня они есть. Но у вас, без сомнения, есть и какие-то требования. Надо над этим подумать. Куда нам торопиться? Подождем конца египетской кампании. Посмотрим, какой она примет оборот. Я другого мнения. Если что-то должно случиться, пусть это что-то произойдет немедленно. Вы опасаетесь Бонапарта? Он и вправду меня пугает. Да, тогда я понимаю, почему вы так торопитесь. Да полно вам, дорогой месье Уврар. Хватит терять зря время. Такие люди, как мы, созданы, чтобы договориться друг с другом. Я весь внимание. Ну, Поль, признавайтесь. За сколько вы меня продали ему? Зачем же вы так? Я не работорговец. Вас любят. Я вам говорю об этом.
В этом нет ничего, кроме самой честной откровенности. Я вижу в этом слабоволие и душевную низость. Вы готовы продать все, лишь бы сохранить свое место в правительстве. Даже любовницу. Вы, как всегда, преувеличиваете. За сколько? За цену государственного переворота. Так дорого. Признайте, вам это даже льстит. Значит, сделка заключена? Только с вашего согласия. А если я откажусь? Я очень не советую вам это делать. Уврар может дать вам жизнь, которой вы достойны. Что же касается меня, то я очень хочу воспользоваться последним шансом, который мне дан. На самом деле, я невыносимо устал от всех этих политических игрищ. Они мне уже не интересны. Я мечтаю о покое и уединении. Наверное, я старею. Люди вызывают у меня отвращение. Их мелочные дела меня утомляют. И вы уединяетесь в пустыне? Что будет со мной? Вы останетесь той женщиной, которую я всегда уважал. Уважал. Сколько страсти в этом слове. Мы разве когда-то с вами говорили о любви? Действительно. В нашем контракте этого не было. Вот видите. Тогда давайте расстанемся друзьями. И соглашайтесь на Уврара. Может быть, он будет любить вас больше, чем я. Вы здесь, Ипполит? Я не ждала вас сегодня. Где вы были? Я только что вернулась из Грабуа, у меня был ужасный день. Представляете, Терезия перешла в руки Уврара самым естественным образом. Она уехала на охоту с Барасом, а вернулась с банкиром. И все их встретили, как ни в чем не бывало. Вы не находите это аморальным? Я возмущена. Что с вами? Вы меня совсем не слушаете? Да, правда. Прошу меня простить. И вы встретили меня не очень добродушно. Я уже 2 часа слоняюсь по этой гостиной. У вас ко мне срочное дело? Жозефина, мы пропали. Опять? Какой по счету раз вы уже это повторяете? Боден только что был арестован по делу о неоплаченных долгах. Наша компания находится на грани краха. Боже, что с вами будет? Это я пришел спросить у вас. Если Барас не спасет Бодена, будет скандал. У Бараса слишком много своих забот, чтобы кого-то еще спасать. И что тогда будет? Если наши дела станут известными, я буду разорен, а вы обесчещены. Не надо преувеличивать все дела по военным поставкам бесчестия для Парижа. Вижу, вы не понимаете всей серьезности ситуации. Что, по-вашему, я должна делать? Ступайте к Барасу. Нужно, чтобы он замял это дело. На меня здесь не рассчитывайте. Вы подумали о своей чести? Оставьте мою честь в покое и думайте о себе. Я устала от коммерческих сделок. Я устала от махинаций. Я устала от вас. Значит, вы меня бросаете? А ведь от вас так мало требуется, чтобы спасти меня. Уходите, Ипполит. Вы разве не видите, что я очень устала? Вы не оставите меня на эту ночь? Ни на эту, ни на какую другую. Все кончено, Ипполит. Я многое для вас сделала. Я дошла до крайней неосторожности, рискуя своим браком ради вас. Я вам повторяю. Все кончено. Жозефина, ты не можешь меня бросить. Ты рисковала своим положением, а я уволился ради тебя из армии. Если я потеряю военные сделки, я пропал. Оставьте меня, повторяю. Ты не можешь так со мной поступить. Жозефина, ты забыла, что я люблю тебя? Всему приходит конец, друг мой. Как ты заговорила, браво! Но я не думаю, что все будет так просто. Я вам не игрушка и не позволю выбрасывать себя на улицу по вашему капризу.
Терять мне уже нечего, поэтому я расскажу всем, как вела себя жена Бонапарта. Как она обогащалась за счет армии, которой командует ее муж. Я все расскажу о наших делах. Бедный мой Ипполит. Как я могла любить вас? Президент Гойя, вы настоящий поэт. Да, у меня есть эта слабость. Я напишу оду о вас. Лучше бы вы занимались членами директории, которые считают вас пятым колесом в телеге. В машине, моя дорогая. В государственной машине. Только что пришла депеша для мадам Бонапарт. Вы позволите? Вы так побледнели. Что случилось? Бонапарт только что высадился во Фрежусе. Он оставил армию? Почему он так срочно возвращается во Францию? Надеюсь, что это не из-за меня. Ваш муж честолюбец, мадам. Я не говорю, что честолюбие — это недостаток, но... Не думаю, чтобы Бонапарт приехал с намерениями, опасными для нашей республики. Его братья негодяи. Но он нет. Я поеду ему навстречу. Нельзя, чтобы его родственники увидели с ним первым. Они всегда меня ненавидели. А у меня сейчас такие долги. Мальмезон и все остальное. Вы понимаете. Постойте, не уезжайте вот так. Я дам вам экипаж. Да здравствует Бонапарт! Если он решится на развод, что со мной будет? Миллион долга. Мальмезон не оплачен. Любит ли он еще меня? Возможно, он возвращается во Францию со своей любовницей Полиной Фурос. А если он меня оставит? Особняк на улице Шантарен куплен им, бара с Терезией. Примут ли они меня, если я стану никем? А мои дети? Эту девочку пора уже выдавать замуж. Капитан, что происходит? Мадам, генерал уже проехал Лион, вы с ним разминулись. Как вы думаете, мы можем его догнать? Сомневаюсь, мадам, вы отстаете на 6 часов. Боже мой. Матушка. Кучер, гоните быстрее, прошу вас. Где же мадам? Она поехала вам навстречу, мой генерал. Во всяком случае, она нам так сказала. Значит, она уехала. Прекрасно. Я хочу развестись, Люсьен. Ты получил мою доверенность. Бракоразводный процесс еще не начат. Как видишь, с этим придется поторопиться. Я очень несчастен. Мне всего 30. Это все быстро забудется. Как? Неужели вы хотите расстаться с вашей женой? Разве она этого не заслужила? Я этого не знаю, но разве сейчас время заниматься этим? Если страна узнает о ваших семейных неурядицах, от этого может пострадать ваша репутация. Нет, я принял решение. Она не переступит больше порог этого дома. Здравствуйте, брат. Наконец-то вы вернулись. Вы хорошо доехали? Я разочарован.
Здравствуйте, Жозеф. Здравствуйте, месье Колло. Здравствуйте, Люсьен. А наша Жозефина не встречает вас дома? Супруга генерала скоро будет здесь. Мадам поехала к нам навстречу, но, видимо, мы с ней разминулись. Женщине ее положение не пристало шляться по дорогам. Она долго ждала. Могла бы еще подождать несколько часов. Может быть, она так спешила, чтобы заслужить прощение? Похоже, это так. Во всяком случае, здесь ее нет. А может быть, она у этого Ипполита Шарля? В Париже только и разговоров, что об этой связи. Замолчи, Полина. Не увеличивай несчастье нашего брата. Не понимаю, почему я должна молчать. Все знают, что у Жозефины есть любовник, с которым они занимаются сомнительными сделками по военным поставкам. Следует, чтобы наш брат об этом узнал. Пока он себя прославляет, она нас всех позорит. Больше ничего не говори, Палетта. Мне все это давно известно. Но на этот раз я твердо намерен покончить с Жозефиной. Существуют сражения, которые нельзя выиграть, сестра. Приветствую, месье де Талейран. Вы пришли поведать мне о разногласиях внутри директории. Они всем так хорошо известны, что мне незачем этого делать. Я пришел поговорить с вами. Потому что я полагаю, что вы не просто так вернулись из Египта. Я вернулся из Египта с целью привести в порядок свои дела. Вы имеете на это полное право, но вы не единственный, кто об этом думает. А кто еще? Вы? Я. Я лишен таких амбиций. Тогда кто? Не знаю, насколько уместно говорить об этом, но... Та дружба... Говорите, Талейран, вы сюда пришли не для того, чтобы нести этот вздор. Я вас слушаю. Сиес тайно готовит новую конституцию. Этот растрига священник ни на что не способен. Вам нужно объединиться, чтобы разрушить то, что вам обоим мешает. И сделать это как можно быстрее. Баррас готов переметнуться к бурбонам, банкиры его поддерживают. Уврар дает ему большие обещания. Красавица Тальян служит в этом разменной монетой. Я благодарю вас, месье де Талейран. Вы настоящий друг, которому можно верить. Я этого не забуду. Если это будет в моей власти, я верну вам Министерство иностранных дел, которого вас так несправедливо лишили. Благодарю, генерал. Вы можете рассчитывать на меня. Мадам, генерал Бонапарт запретил вас пускать. Он распорядился вынести все ваши вещи в прихожую. Пропустите меня, мне нужно увидеться с моей камеристкой. Я не могу вот так уехать. Это я. Открой, прошу тебя. Бонапарт, это я, Жозефина. Твоя жена. Ты не можешь оставить меня одну за дверью. Открой. Умоляю. Если ты взглянешь на меня хотя бы на одно мгновение, ты увидишь, что я стала другой женщиной. Я знаю, что я виновата. Я связана, к тому же, с людьми,
которые не стоят твоего взгляда. Но с этим покончено. Бонапарт, ты должен мне поверить. Я хочу жить с тобой. Для тебя. Я твоя Жозефина. Взгляни на меня. Я стою на коленях и говорю тебе. Я сдаюсь. Я люблю тебя. Люблю. А, вот и мой брат пожаловал. Здравствуй, брат мой. Что говорят в Люксембургском дворце о моем возвращении? Услышав эту новость, Сиес, рядом с которым я находился, прошептал «слишком поздно». «Слишком поздно», значит. Надо же. Мне кажется, твое возвращение доставляет ему больше беспокойства, чем радости. На самом деле, он аж покраснел от злости на Моро. Депутат Боден мне шепнул, что Моро якобы сказал тебе так. «Вот тот человек, который сделает ваш государственный переворот лучше меня». Моро молодец, и я это запомню. Значит, Сиес в ярости. Ему стоило бы иметь на своей стороне армию и политических сторонников, потому что его очень не любят. Он хочет власти для одного себя. Абсурдно, не правда ли? Действительно абсурдно. Когда тебя зовут Сиес? Ты, кстати, до сих пор не поздоровался с моей дорогой супругой. Здравствуйте, мадам. Здравствуйте, месье. Бонапарт вернулся. Ну что же, одним генералом больше. Но спросил ли этот генерал у своего правительства разрешение вернуться? Министерство иностранных дел разрешало ему вернуться только со своей армией. Ну что же, завтра я беру на себя обвинение с трибуны и объявление его вне закона. Тогда уж давайте сразу расстреляем. Конечно, если это понадобится. Он слишком популярен. Общественное мнение будет против нас, если мы будем осуждать возвращение, которому радуется народ. Мне кажется, эту новость нужно как-то замять. Слава такого рода быстро увядает. Да. Да-да, господин президент, вы были очень добры к моей жене. Мы сделали для мадам Бонапарт то, что требовала дружба. Ей нужна была компания, мы не думали, что вы так скоро вернетесь. Новости, которые доходили до нас в Египте, были настолько тревожными, дорогой президент, что я, не сомневаясь, оставил армию, чтобы разделить опасность с вами. Она была серьезной, генерал. Но мы с ней доблестно справились, так что не было такой срочной необходимости спешить с возвращением. Но вы здесь, и вам следует предстать перед директорией. Завтра. Я вернулся, узнав, что границы Франции в опасности, и что народ связывает эти поражения с моим отсутствием. Поражения Франции не были настолько серьезными, как вы полагаете. Вас плохо информировали. Массена разбил Суворова в Цюрихе. Брюн вынудил англичан покинуть Голландию. Внутри страны восставшие сломлены. Вы преувеличили опасность.
Возможно, более необходимо было, чтобы вы остались там. Ситуация в Египте не самая радужная. Исход кампании вызывает сомнения. Мне жаль вашего преемника. Надеюсь, он возьмет крепость Сен-Жан-Арк, которую вы пытались захватить 8 раз. Что пишут в газетах? Они сильно охладили ко мне. Послушай только это. Удивительно, что Бонапарт оставил армию в таком плачевном состоянии. Мы задаемся вопросом, не был ли его поступок продиктован желанием избежать солдатского бунта. Идиоты! Еще немного, и меня назовут дезертиром. Но так как они слишком глупы, чтобы иметь свои мысли, уверен, что и эту идею им подсказал Барас. Он вполне на это способен. И ты его затмеваешь. Как, впрочем, и всех их. Во всяком случае, один из них уже у нас в руках. Это кто же? Гойе. Он любит тебя. Это бросается в глаза. И в течение какого-то времени не отталкивай его. Мне нужна помощь, Жозефина. Если это поможет доказать мою любовь, я буду стараться изо всех сил. Дорогая Терезия, теперь моя очередь интересоваться, у вас счастливы ли вы? Сильно счастлива. Рядом с Жульеном, Увраром я обрела гармонию, о которой давно забыла. Это выдающийся человек. Вам известно, что Бонапарт находит его гениальным? О, я ему обязательно это передам. Бонапарт также говорит, что у него большое будущее, и что его политическая интуиция настолько очевидна, что вполне вероятно, что однажды он станет министром финансов. Как бы я была этому рада. Это бы вернуло меня в политику, от которой я последнее время была удалена. По выражению вашего лица, подруга моя, я вижу, что счастье ваше не так уж безмятежно, как вы хотели его представить. И это меня печалит. После Люксембургского дворца любой дворец покажется грустным. А что вам мешает туда вернуться? Все та же политика. И потом Жульен не испытывает большого доверия к правительству директории. И он в этом прав. Бонапарт говорит, что для общественного мнения Бараса уже не существует. Вот видите. Как вы думаете, хотя стоит ли задавать вам этот вопрос? Тем не менее, думаете, Жульен Уврар сможет поддержать Бараса? В какой-то момент он собирался это сделать. Значит, больше не собирается? Он сомневается. Такую же позицию заняли вслед за ним все банкиры. Он мог бы поддержать Бараса. Не вы ли говорили, что страна нуждается в единственном директоре? Ну уж точно не в Барасе. Вижу, вы не испытываете к нему нежности. А что, по-вашему, вообще можно испытывать к мужчине, который вас продал? Итак, Уврар не поддержит Бараса, так ведь? Даже если это будет моим последним вмешательством в политику, я вам обещаю, что месье Барас не получит ни единого сантима. Можно подумать, что вы решили ему отомстить. Если бы у меня была только такая возможность, поверьте, я бы не отказала тогда себе в подобном удовольствии. Но поскольку у меня этой возможности пока нет, я довольствуюсь тем, что блокирую деньги, которые Барас ожидает за меня получить. Я этого не знала. Однако, какая жалость, что такая значительная сумма лежит без дела. Но если Барасу суждено уйти в тень, мы, выходит, опять окажемся обречены на кошмары революции. В таких случаях всегда появляется какой-нибудь военный. Да, Франция слишком много пережила, чтобы не найти ситуации разумного выхода. Это ровно то, что говорит Уврар. Вот видите? А что он думает о моем муже? Он к нему не враждебен. Наблюдает за ним. Но ему кажется, что тот слишком много суетится за кулисами. Может, было бы достаточно подтолкнуть его на сцену? Мы же с вами хорошие подруги, Роза. Не правда ли? Я никому в этом не позволю усомниться. В таком случае, я предлагаю говорить начистоту.
Вы предлагаете мне взять те деньги, за которые меня продал Барас, и вложить их в Бонапарта? Но с какой целью? Не вынуждайте меня говорить больше того, что я могу. Забавно, вы предлагаете потратить мне на Бонапарта, который меня не выносит, значительную сумму, не зная даже цели. Бонапарту нужны деньги, и пока неосторожно говорить больше. Убедите Уврара поддержать Бонапарта, и я уверяю вас, что Барас будет раздавлен. А дружбу Бонапарта мне это обеспечит? Вы ее непременно получите. Как может быть иначе? Сиес прав, Франции нужно более консолидированное правительство. От трех консулов больше толку, чем от пяти директоров. Вы можете действовать смело. Я буду защитой совету старейшин от восставших предместий, так же, как Вандамьерия был защитой конвента в борьбе с роялистами. Поблагодари от моего лица Сиеса. Когда и где ты хочешь с ним встретиться? Он ждет. Пока нам лучше видеться только публично в Люксембургском дворце. Пока все слишком неопределенно. А когда все прояснится, мы встретимся у тебя. Я не хочу поднимать шум раньше времени. С моей стороны было бы неправильно вставать на сторону какой-то одной партии. Мне нужно изучить обстановку. Могу ли я его заверить, что ты согласишься стать одним из трех консулов? Нет. Я не знаю, подойдет ли мне это. Я только что вернулся. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться. Я не могу рисковать своей репутацией. И я весьма озадачен тем, что вы говорите. Я представлял, что Бонапарт будет спешить встретиться со мной. Моему брату следует изучить общественное мнение. Мне понятна эта позиция, хотя я ее и не разделяю. Попросите генерала о личной встрече. Я хочу побеседовать с ним о европейских делах и узнать, придерживается ли он того же мнения, что и я. Конечно же, нет. Сиес хочет видеть Европу, состоящую из братских республик, а я верю в судьбу Европы с Францией во главе и хочу осуществить это сам. Сие здесь? Господин президент, что вы наделали? Бонапарт его терпеть не может. Я пригласил членов института и не мог обойти его. Но Бонапарт не хочет с ним встречаться. Здравствуйте, друг мой. Рад видеть вас здесь. Что вы думаете о нашем деле? Генерал, оно уже наполовину сделано. Вы так думаете? Опасайтесь Бараса. Он замышляет клеветническую кампанию против вас. Вы видели, как ведет себя этот маленький наглец по отношению к власти, который следовало бы расстрелять его? Сие смотрит на вас. А я вижу одну тебя. Вам следовало бы воспользоваться случаем поговорить с ним. Мне не о чем говорить с этим парламентарием. Но ты без него ничего не сможешь. Я как раз сейчас пытаюсь обойтись без него. Но поскольку пока ничего не ясно, подойди к нему и освободи мне Гойе. Мне нужно с ним срочно поговорить. Вы знакомы с мадам Бонапарт? Мое восхищение, мадам. Что ж, в отсутствие мужа я счастлив приветствовать супругу. Я как раз только что ругала Бонапарта за его нерешительность. Он и сам хотел бы к вам приблизиться, но уверен, что вы его не любите. Слишком многое вас разделяет. Он постоянно мне говорит, что вы единственный стоящий политик в этой стране. А стоит вам появиться рядом, и он сразу же переходит в другую гостиную. Он и правда так сказал? Прекрасный вечер, господин президент. Но я очень удивлен встретить Сиеса здесь. Как, впрочем, и в директории. Что вы хотите? Сиес стоит близко к прусскому королю. Само его назначение уже может обеспечить нам стабильный мир с Европой. Связь Сиеса с домом Рунсвиков привела Сиеса в директорию, хотя должна была бы навсегда его отдалить от правительства. Теперь мы с этим согласны, и многие сожалеют о нашем решении. Если вы не проявите бдительность, этот лживый священник продаст вас врагам из-за границы. Боже, сохрани, нам слишком дорого дались наши свободы. Когда Ребель сошел со сцены, мне кажется, многие пожалели, что я не во Франции.
Так вот, я хочу вам сказать, это горе можно сейчас поправить. Нет сомнения, что, защитив республику, вы призваны стать членом правительства, стабильность которого обеспечит ваши победы. Но Конституция неукоснительно требует достижения 40-летнего возраста, чтобы стать одним из членов директории. И вы намерены и дальше придерживаться этого правила? На мой взгляд, генерал, ничто не может оправдать нарушение Конституции. Этот тупица Гайе упрям как осел. Что сказал Сиес? Я пригласила его к нам в субботу вечером. Бонапарт слишком суетится. Большая ошибка с его стороны. И популярность его, к счастью, падает. Нужно подумать, как заставить его вернуться на службу. Вместо того, чтобы жаловаться, что он не с армией, давайте лучше этому порадуемся. Мы правильно сделали, что не дали ему армию и не отправили на поиски новых ратных подвигов. Давайте прекратим им заниматься и предадим его по возможности забвению. Теперь пусть он войдет. Я перед вами, господа. Мне известно, что меня упрекают в том, что я оставил армию, но мне кажется, что на это я уже ответил. Здесь было также сказано, что я достаточно обогатился в Италии, чтобы вновь туда стремиться. Все это недостойные слова, для которых мое поведение никогда не давало повода. И потом, если бы я и нажил в Италии состояние, это было бы сделано не за счет республики, а за счет ее врагов. Я не знаю, кто мог передать вам эти слова, которые так вас ранят. Никто не ставит вам вину в ваше поведение в Италии. Я всего лишь был вынужден заметить, что, командуя в Италии армией от имени республики и для нее, вы можете одерживать победы только для нее и ради нее. Если вы приобрели поэтому состояние в Италии, то это было сделано за счет республики. Я еще раз повторяю, что мое состояние — это сказка. Директория полагает, что лавры, которыми вы себя увенчали, генерал, являются самым ценным состоянием, которые вы вывезли из Италии. Поэтому мы пригласили вас с целью предоставить очередную возможность прославить себя. Такой генерал не может быть без дела, когда армия республики сражается на всех фронтах. Ваше пребывание в Париже может при таких обстоятельствах вызвать тревогу и беспокойство у друзей республики. Директория предоставляет вам право выбора армии, командование которой она решила вам поручить. И что он ответил? Что я должен восстановить свое здоровье. Они хотят раздавить вас? А что сказал Сиес? Он не произнес ни слова. Нужно принять его у нас, чтобы рассеять тучи на горизонте. К нему я обращусь в последнюю очередь. Я для него только военный, и поскольку он презирает военных, он захочет избавиться от меня, как только произойдет государственный переворот. Нужно посмотреть, нельзя ли что-то выгодить от якобинцев. Пригласи Бернадотта. Он ненавидит вас. Мне от него нужна не более, чем просто поддержка. Бонапарт, ты меня пугаешь. Ты говоришь слова, за которые тебя могут расстрелять. Бернадотт не внушает мне доверия, он хочет власти. Все хотят власти. Что в этом такого? Бернадотт предаст тебя, в отличие от... Ты снова про Сиеса? Нет, про Бараса. Я разговаривала с ним. Он хочет встретиться с тобой наедине. Мне не о чем разговаривать с этим подонком.
Нельзя терять времени. Нам необходимо временное правительство, которое возьмет власть в свои руки уже в день переезда в Сен-Клу. Почему в Сен-Клу? Я предпочитаю закрытый парк, охраняемый моими солдатами, доступным для волнений предместьем. Надо, чтобы законодательная комиссия подготовила конституцию, которую мы вынесем народу на голосование. После этого голосования нам не будут страшны ни роялисты, ни якобинцы. Мы сумеем их поставить на место. Займитесь идеей переезда в Сент-Клу и создания временного правительства. Я считаю, что оно должно состоять из 3 человек. И в свете обстоятельств я согласен быть одним из этих временных консулов вместе с вами и вашим коллегой Роже Дюко. Окончательный состав правительства определит законодательная комиссия. Я же оставляю за собой право войти в исполнительную власть или получить командование армией. Это будет зависеть от того, что вы напишете в Конституции. Генерал определенно ведет себя как на поле боя, но с ним необходимо считаться, потому что за ним стоит народ. Он должен быть с нами. Решено. Послезавтра в это же время здесь же. Что вы думаете о Барасе сейчас? Барас стал совсем другим человеком. Он считает себя эстетом. Говорит всем, что желает уединиться в пустыне, потому что люди ему надоели. Ах, если бы его примеру последовала вся директория. Почему это Сиес просит отложить дело? Совет 500 хочет отменить принудительный заем, снизив время налога с богатых, так, чтобы меньше притеснять их. То есть успокоить богатых, чтобы было их легче переманить на свою сторону. Барас действительно хитер. Но уже поздно что-то менять. Оставляем 18-е, как договорились. Ах, вот и месье Фуше. Что нового, гражданин министр полиции? Абсолютно ничего нового, но есть все же что-то. В Париже идут все те же разговоры. О чем? О заговоре. Заговор? Какой ужас. И сколько времени мы можем забавляться, смеясь над этой нелепицей? Но министр полиции, мадам, говорит это со знанием дела. Впрочем, успокойтесь. Говорить такие вещи перед дамой значит признать, что эти слухи беспочвенны. Поэтому спите спокойно. Вы надежно защищены. Берите пример с правительства, которое на этот вздор не обращает внимания. Когда все случится? 18-го. Все об этом говорят. Ты не боишься, что узнают заранее те, кто не должен ничего знать? Я дам им возможность убедиться, что вполне могу сделать без них то, что намеревался сделать с ними. Сиес намеревается пользоваться мной в качестве сабли, но он ошибается. Барас решил переманить на свою сторону богатых. Слишком поздно. А вот Уврар, благодаря тебе, любовь моя, повел себя правильно, отдав мне то, что предназначалось Барасу. Узнаю ручку мадам Тальен. Я опасаюсь, Фуше. Знаешь ли ты, что он был полицейским доносчиком до того, как его подобрал Барас? Я тоже опасаюсь его. Он как сокол сядет на самую сильную руку. Перед тем, как лечь, я попрошу тебя об одной услуге. Прошу, возьми бумагу и перо. Готово? Пиши, мой дорогой Гайе. Приходите завтра со своей женой ко мне на завтрак в 8 часов утра. Приходите непременно. Мне нужно поговорить с вами об очень важных вещах. До встречи, дорогой Гайе. Вы можете всегда рассчитывать на мою искреннюю дружбу. И подпись «Ла Пажери Бонапарт». Готово. А что я буду делать с ним в 8 часов утра? По крайней мере, если он будет с тобой, то его точно не будет в другом месте. Господа, у нас есть всего час.
Мы подготовим проект почетной отставки для Барраса, формулировки которой помогут нам с ним договориться. Садитесь, господа. Вы принесли деньги. Вот вексель. Кто платит? Мадам Тальен. Но не от своего имени. О, женские мести, коварство. Дорогая, однако, плата за отставку. Президента не будет? Нет, генерал. Ему не позволят сегодняшний распорядок дел. Он немедленно должен прийти. Напишите ему, мадам. Я распоряжусь, чтобы ему отнесли письмо. Ты правильно сделал, что не пришел, друг мой. Все, что здесь происходит, говорит о том, что это приглашение было ловушкой. Мне поручено уведомить вас, что Совет Старейшин проголосовал за декрет, по которому их совет переводится в Сен-Клу. Генералу Бонапарту поручено осуществлять контроль этого перевода и обеспечение безопасности депутатов. Я удивлен, что министр полиции превратился в посланника Совета Старейшин. Я считал своим долгом сообщить вам столь важную новость и одновременно получить прямую инструкцию от руководителя директории. Вашим долгом было предупредить нас об интригах, которые к этому решению привели. Но директория никогда не желала верить никаким предупреждениям. Кстати, все это происходит из-за ее недр. Члены директории Сиес и Дюко уже присоединились к комиссии Совета Старейшин. Знаете новость? Вижу, вы хотите ее мне сообщить. Известно ли вам, что Совет Старейшин издал декрет, по которому он переводится в Сен-Клу? А Бонапарт обеспечивает безопасность переезда. Почему Сен-Клу? Чтобы быть защищенными от толпы. Происходят серьезные события. Бонапарт готовит заговор, в результате которого правительство директории будет свергнуто. Я пошлю своего секретаря собрать информацию. Встретимся в зале заседаний. Мне необходимо поговорить с Бонапартом. Вы, конечно, поняли, мадам, что неизбежно должно произойти. Мне жаль, что президент Гойе не счел нужным ответить на мое приглашение. Бонапарт хотел, чтобы президент директории стал одним из членов правительства, которое будет формироваться. Я, пожалуй, поеду к мужу. Мое присутствие здесь лишнее. Попытайтесь все же заставить его прийти. Возможно, еще не слишком поздно. Бернадот, почему вы не в форме? Я не служу. Но будете. Этот декрет. Отлично, за дело. Помни, что я все время буду рядом с тобой. Господа, все готово. Следуйте за мной. Гойе так и не пришел? Нет, генерал. Тем хуже для него. Вы вовремя, господа. Я только что закончил свой туалет. Полагаю, туалет приговоренного, ведь так? Нам и вправду выпала очень неприятная миссия.
Если бы мне выпала снова честь стать вашим коллегой, я бы с радостью во всем вам подчинился. Как сын подчиняется отцу. Месье де Талейран раньше был хорошим другом. Во-первых, это было раньше. Во-вторых, моя дружба к вам осталась прежней. Мы с вами принадлежим к одному кругу. Но в наше время законы диктуют сброд, а он требует Бонапарта. Посмотрите в окно. И это я собственными руками создал этого маленького капрала. От людей в наше время не ждешь ничего хорошего, они все равно находят возможность удивить вас своей гнусностью. Бонапарт, вы, Талейран, этот доносчик Фуше, которого я сделал министром. Простите, ко мне подступает тошнота. Давайте это письмо, я все подпишу. Сколько же здесь ненужной галиматьи? И все только для того, чтобы убрать одного человека. Вы первый и настоящий патриот Франции. Вы сами видите, к чему меня это привело. Моя роль сыграна. Я удаляю свое поместье в Грабуа подальше от людей. Вы предоставите мне эскорт? Он у вас будет. Прощайте, месье. Вы не отдали ему деньги? Зачем? Он же и так подписал. Граждане депутаты, республика гибла, но вы об этом узнали, и ваш декрет спас ее. Горе тому, кто желает разлада и беспорядков. Ваша мудрость создала этот декрет, а наши руки смогут его выполнить. Мы хотим республику, основанную на настоящей свободе, на истинной свободе, на национальном представительстве. И она у нас будет. И сейчас я клянусь вам в этом от своего имени и от имени своих товарищей по оружию. Клянемся. Я призван охранять Конституцию, и могу вам заявить, что все не будет так просто, как это полагает ваш брат. У меня есть вопрос. На основании какой статьи Бонапарта назначили главнокомандующим войск Парижского округа? Директории больше не существует. Как это не существует? Баррас уже в отставке. Вы приехали насладиться моим унижением? Теперь вы знаете, что такое месть женщины. Вы меня продали, я вас предала. Мы в расчете и можем теперь попрощаться. Прощайте же. Прощайте, мадам. Мадам, уверяю вас, что нет никакого повода для беспокойства. Генерал выступил перед советом старейшин так сильно, что это укрепило даже самых нерешительных. Но это только совет старейшин, а есть ведь еще совет 500. Боже, как же медленно тянется время. Я схожу с ума. Наконец ты. Вы заставили меня волноваться. Сегодня все прошло неплохо. Посмотрим, что будет завтра. Завтра мы либо будем спать в Люксембургском дворце, либо закончим здесь. Мы не боимся штыков!
Я попрошу всех членов Совета индивидуально повторить клятву верности Конституции 3-го года. Долой диктатора! Да здравствует Конституция! Господа, господа! Я призываю вас к спокойствию. Где же ваше достоинство? Беспорядок ни к чему не приведет. Успокойтесь. Долой, долой, долой! Видите, генерал, в парламенте побеждать не проще, чем на поле боя. Я советовал вам арестовать 40 депутатов-якобинцев. Вы отказались. Вот результат. Какие новости? Предместья начинают волноваться. Парламентская оппозиция тоже очень сильна. И каково твое предложение? Вот если бы в наших рядах был такой якобинец, как Бернадот, этот якобинец, заигрывающий с королем, вы очень сильно рискуете, генерал. Я знаю, что говорю. У всех этих ничтожеств есть по кандидату в короли. Но я ни с кем в сделку вступать не собираюсь, вы слышали? И с этим я пойду к депутатам. Генерал, вино откупорено, пора его выпить. Вы врываетесь сюда незаконно. Выйдите из зала. Да здравствует Конституция. Долой диктатора. Долой тирана. Дайте мне сказать. Если в этой стране осталась хоть одна свобода, то это свобода слова. Дайте сказать. Куда вы? Я не верю своим глазам. Тот, кто побеждал всех противников на поле боя, испугался кучки болтунов? Давайте, генерал, смелее. Генерал был бледным, нерешительным. До него как будто не доходили слова Мюрата. Он был словно отрешен от всего. Чувство уверенности как будто покинуло его. К трибуне пошел Люсьен. Господа, господа, стойте! Перед тем, как принимать какие-то решения, я призываю вас хотя бы выслушать генерала. Ни за что, мы не признаем его. Я требую объявить генерала Бонапарта вне закона. Что? Вы требуете, чтобы я объявил вне закона своего родного брата? Здесь больше нет свободы, и поскольку у меня нет другого способа заставить себя услышать, вы сейчас увидите, как ваш председатель в знак скорби по ней сложит в себя знаки народной власти. А что делал генерал? Он ждал на улице, в окружении своих офицеров и солдат. Вернувшийся Люсьен был вне себя от ярости и обратился к солдатам на глазах у удивленного Бонапарта. Но слова его были обращены не к солдатам, а к брату. Не время колебаться и отступать. Соберитесь, друзья мои. Победа близка, как никогда. Несколько смутьянов из подавляющего большинства ассамблеи попытаются сейчас оказать сопротивление. Но вы, солдаты, будучи гражданами, должны считать своими представителями только тех, кто вместе с председателем присоединится к вам. Что же до остальных, мы просто отстраним их. Да здравствует республика! Солдаты! Я вел вас к победе. Могу ли я на вас рассчитывать и сейчас?
Да, да здравствует генерал. Солдаты, Совет 500 призван спасти Родину, а он вместо этого предается распрям. Провокаторы поднимают его против меня. Солдаты, могу ли я на вас рассчитывать? Да, да здравствует Бонапарт. Франция измучена, разграблена и истерзана. Ее защитники унижены и принесены в жертву. Солдаты! Солдаты, вы нужны мне! Да здравствует генерал! Да здравствует Бонапарт! Солдаты, в атаку! Солдаты, вышвырните-ка отсюда эту публику. Сиес так и не вмешался? Он ждал в парке, не знаю, уйти ему или остаться. А Талейран? Он ждал в другом конце парка, тоже не знаю, уйти или остаться. Вот и славно. Друг мой, наконец-то можно ехать ужинать. Наконец-то ты, друг мой. Какой же это был длинный день. Расскажи мне все скорее. Все закончилось и закончилось прекрасно. Боже, как же это было тяжело. Без своих солдат я бы пропал. Но теперь все позади. Моя дорогая, вот я и консул. Вы живы, это главное. Идем в постель, моя красавица. Завтра мы уже будем спать в Люксембургском дворце. Как вы чувствуете себя в вашем новом доме, моя дорогая? Хорошо, потому что я здесь с тобой. Но мне больше был по сердцу наш домик на улице Шантарен. Здесь до нас уже жило столько людей. Мне кажется, что под каждым креслом прячется по министру. Я делала все, чтобы быть первой, и вот теперь поздравляю вас с той позицией, к которой вы никогда не стремились. Воистину, пути Господни неисповедимы. Это правда, я всегда стремилась к простоте. Мне достаточно любви моего мужа, но я получила с ней все эти почести. Боже, окажись я на вашем месте, я бы не была такой скромной. Без сожаления, я готова отдать все свои замки в обмен на каплю вашей славы. Вы, значит, несчастливы с месье Увраром? Он делает мне детей и сразу же бежит на биржу. Я задыхаюсь среди кормилиц. Иногда мне так не хватает нашей славы, которую мы пережили после революции. Когда блеск уходит, остается просто жить дальше. Но это так тяжело. Я могу вам чем-то помочь? Да, Роза, умоляю, вырвите меня из этой тишины. Я знаю, что Бонапарт не любит меня. Прошу вас, сделайте так, чтобы он хотя бы не ненавидел меня, как сейчас. Я ведь многое сделала для него. Я сделаю все, что смогу. Извините, я должна вас покинуть. Я сказал тебе больше не принимать эту женщину.
Она пришла всего лишь меня поздравить. Я не желаю видеть рядом с тобой шлюху Уврара. Она всегда на тебя отвратительно влияла. Можешь ей сказать, чтобы она на меня не рассчитывала. Я не собираюсь потакать ее амбициям и терпеть ее интриги. Ты можешь ей так и сказать, Жозефина. Мы здесь благодаря ей. Если бы такие люди, как Уврар... Банкиры и созданы для того, чтобы платить. Политику же пусть оставят мне. А если им надоест платить? Я бы им этого не советовал. Терезия, мне жаль. Забудем об этом, дорогая Роза. Вы же, несмотря ни на что, останетесь моим другом, правда? Да. На расстоянии. Вы слышали это? Слышали? Вы слышали это? Слышали? На первого консула покушались. Смени выражение лица, мы входим. Тебя только что хотели убить, Бонапарт. Якобинцы заплатят мне за это. Это дело рук якобинцев. Это якобинцы хотели убить меня. Эти покрытые кровью злодеи сопротивляются любому порядку. Они в постоянном заговоре против всех правительств. Мы должны уничтожить их. Надо очистить Францию от этой скверны. Позвольте заметить, что у меня есть серьезное основание считать, что якобинцы не имеют к этому никакого отношения. Вы защищаете ваших бывших друзей, Фуше? Я уверен, что это дело рук роялистов. И через неделю я представлю этому доказательства. Роялисты и якобинцы, какая в сущности разница? Я не могу постоянно бороться с одними, рискуя получить удар в спину от других. Я не собираюсь потонуть во внутренних дрязгах, как директория. И что вы собираетесь делать? У меня есть одна мысль. Но пока ее час не пришел. Значит, вы едете на воды Пламбьер, любезная сестрица? Да. Мои вещи собраны, я уезжаю послезавтра. Действительно, пора бы уже родить вашему мужу сына. Как вы видите, я делаю все, что могу. Говорят, эти воды творят чудеса. А вы не боитесь, что уже слишком поздно? Вам кажется, уже почти 40? Рожают и в 40 лет? Я таких не знаю. Вы ведь женаты уже 8 лет? Действительно. За 8 лет любая полноценная женщина рожает мужу хотя бы одного ребенка. Мой муж, видимо, не может быть отцом. Так попробуйте родить от другого. Если вы не хотите или не можете, Бонапарту придется завести ребенка от другой женщины, которого вы примете, создав таким образом династию. Вы ведь понимаете, о чем идет речь, не так ли? Что произошло? Я встретила мсье Люсьена, когда он выходил от вас. Он мне показался таким встревоженным. Вы с ним поссорились? Мадам де Ремуза, они сведут меня в могилу. Он вас оскорбил? Я не решусь передать вам его слова, мне стыдно их даже повторять. Он говорит,
что я стара и бесплодна. Что другая женщина должна родить Бонапарту ребенка, чтобы укрепить какую-то династию? Меня такое поведение нисколько не удивляет. Ведь это, в сущности, люди низкого происхождения. Да просто солдафоны. Люди нашего круга хотя бы придерживаются хорошего тона. Я знаю, что они хотят меня погубить. Помните, как после сражения при Маренго, когда все думали, что Бонапарт погиб, они набросились на меня, как стая голодных собак? Но в любую враждебную ситуацию в какой-то момент можно повернуть так, что она станет благоприятной. Скажите, каким образом? У вас есть очаровательная дочь Гортензия, которой пора выбрать мужа. Продолжайте. Так выдайте ее за кого-нибудь из Бонапартов. Ее дети станут законными наследниками вашего мужа. Ты стала совсем взрослой? О, вовсе нет. Мне надо еще столькому научиться. Ты уже думала о замужестве? Да, я мечтаю об этом, как все девушки вечерами, перед тем, как уснуть. В этом нет ничего плохого. Кто-то определенно заставляет быстрее биться твое сердце. Мне неловко об этом говорить. Это уже почти признание. Действительно, матушка, есть один человек, которому я неравнодушна. Можно узнать, кто он? Генерал Дюрок. Что вы хотите? Мне необходимо поговорить с вами об одном деле, которое касается меня. Я вас слушаю, только прошу быстрее. То, что я хочу сказать, требует внимания. Если вы торопитесь, я ничего не буду говорить. Прекрасно, у меня полно времени. Как будто мне вообще нечем больше заняться. Я люблю одного человека. В вашем возрасте это нормально. Вам даже не интересно, кто этот человек? Насколько я понимаю, вы пришли об этом мне рассказать. Речь идет о генерале Дюроке. Отличная идея. Это правда? Вы согласны на наш брак? О, как же я счастлива это узнать. Бурьен, где Дюрок? Его нет, он поехал в оперу. Ему, видимо, скучно. Как только он вернется, сообщите ему, что я отдаю за него Гортензию. Когда он на ней женится, я дам ему 500 тысяч франков и поручу командование 8-й дивизии. На следующий день после свадьбы он уедет с женой в Тулон. Жить мы будем раздельно. Я не собираюсь видеть в своем доме зятя. Сообщите мне его решение. Извините, я принес вам важное сообщение. Консул просил передать вам следующее. Он отдает за вас Гортензию де Багарне, дает вам 500 тысяч франков и назначает вас командующим 8-й дивизией. Свадьба состоится сразу же после возвращения мадам Бонапарт, матери вашей невесты. Что я должен передать генералу в качестве вашего ответа? Я не привык, чтобы со мной говорили в подобном тоне. Передайте консулу, что он может оставить свою дочку себе, а я уж лучше пойду в бордель. Девочка моя, Дюрок вас не желает. Только не плачьте, я этого не переношу. Я сделал все, что мог. Ваша мать пишет мне из Пломбьера, что она хочет, чтобы вы вышли замуж за моего брата Луи. Она этого очень хочет. Луи? Но он же отвратителен.
Я знаю, что вас привело, месье Фуше. Я нанесу решительный удар, потому что так надо. Сейчас я доверю вам большую тайну. Сегодня утром Бонапарт сказал мне, что послал на границу месье де Калинкура, чтобы арестовать герцога Ангиенского и привести его сюда. Боже мой, что они собираются с ним делать? Похоже, будут судить. Я сделала все, что могла, чтобы спасти его, но мне кажется, что решение Бонапарта принято. Вы думаете, что герцога казнят? Боюсь, что да. Боюсь, что случится непоправимое. Казнь последнего из рода Конде. Им не хватило разве короля? Какие еще вам нужны доказательства? Он бурбон и уже этим опасен. Я заклинаю ваше превосходительство еще раз обдумать решение, которое может стать для него фатальным. Какую еще более значимую гарантию я могу дать революции? К тому же мне надоели заговоры, с ними пора покончить. Нужно подавить все надежды роялистов на реставрацию раз и навсегда. Каудаль, Пешегрю, Моро арестованы. В казни герцога Ангиенского нет никакой необходимости. Он открыто говорит на всех углах, что хотел бы, чтобы французы вступили в союз с англичанами. Разве этого недостаточно? А вы что, не играете? Ты полагаешь, что сейчас подходящее время? Ты настолько плохо играешь, что у меня нет никакого желания выиграть. Бонапарт, спаси его. Герцог Ангиенский не участвовал в заговоре против тебя. Женщины не должны вмешиваться в подобные дела. Моя политика требует этого решения. Роялисты и так меня достаточно скомпрометировали в глазах революционеров. Надеюсь, ты помнишь графа де Антрага и его певичку? Казнь герцога Ангиенского оправдает меня в их глазах. Играйте. Я пыталась настаивать. Но Бонапарт утверждает, что герцог Ангиенский служит англичанам для их мести. Вы понимаете всю нелепость этого утверждения. Я не сочла нужным продолжать дальше. И что теперь будет с этим несчастным юношей? Завтра вечером его доставят в Венский замок, и там будут судить. Не понимаю. Какой смысл в казни герцога? Бонапарт мне дает смехотворные отговорки. Нет, он приносит его в жертву своим амбициям, которых я не могу понять. Почему вы не нарумянины? Я про это забыла. А вот с тобой, Жозефина, такого никогда не случается. Бонапарт, я умоляю, пощади герцога Ангиенского. Я уже объяснял, его смерть необходима для моей политики. Ну, что ты такое говоришь? Ты полагаешь, что он бы меня пощадил? Но ведь сейчас именно он в твоих руках. И ты можешь его пощадить. И если ты это сделаешь, тобой будут только больше восхищаться. Вот она, вся суть старого порядка. Если бы речь шла о простолюдине, была бы ты сейчас на коленях. Хватит, поднимайся сейчас же. Я принял решение, и твои слезы его не изменят. Если бы вы немного меня любили, то спасли бы этого человека. Если бы ты меня любила, то смогла бы понять. Ты думаешь, что я убиваю ради удовольствия? Нет, герцог Ангиенский умрет, потому что мне нужно, чтобы он умер. Это не более чем вопрос политического соотношения сил, понимаешь ты это? Нет, не понимаешь. Моя бедная Жозефина, у тебя нет политического сознания, у тебя есть только твое сердце. Но сердцем нельзя управлять страной. Мне не дано это понять. Но что будет, если герцог умрет? Я дал необходимое распоряжение. Значит, все кончено? Значит, отныне наша жизнь будет одной сплошной трагедией. Политика трагична. Она всегда была такой, не я ее изобрел. Но ведь это ты формируешь политику. Я лишь контролирую ее. Я ориентирую ее, продвигаясь среди загадочных течений, направление которых никому не дано постигнуть. Она раздавит тебя. Так же, как она это однажды сделала с герцогом Ангиенским. Мы никогда не будем счастливы, Бонапарт.
Думаю, что нет. Это произошло? Да, мадам. Он умер сегодня утром, и, должен признать, он сделал это с большим достоинством. Герцог Ингиенский мертв. Друг мой, что ты наделал? Эти несчастные слишком поторопились. Савари. Как получилось, что герцог Ингиенский был расстрелян так быстро? Но разве не вы сами приказали все сделать быстро? Я же направил распоряжение Реалю, чтобы приведение приговора в исполнение отсрочили. Реаль спал, когда пришло письмо от вас. Его не посмели разбудить. Когда на рассвете он прискакал в Винсентский замок, все уже было кончено. Теперь ты хотя бы видишь, что я не такое чудовище. Это правда. Вы дали революции ценное подтверждение. Но опасность еще не отведена. Я и сам это знаю, и это обстоятельство меня сильно беспокоит. Если позволите, я могу дать совет, как выйти из этого кризиса. Нужно прекратить политический раскол. Все эти левые, правые. Страна становится неуправляемой. Но я вам не Баррас, поэтому предпочитаю начинать изменения сверху. Королю отрубили голову. Так я создам нового короля на свое усмотрение. Это как раз то, о чем я думал. Страну могло бы успокоить создание новой династии. Я тоже размышлял над этим, представьте себе. Так провозгласите себя императором. Бонапарт, не делай этого. Не слушай его советов. Замолчи, Жозефина. И оставь нас одних. Успокойтесь. Прошу вас. Я уверена, что вы преувеличиваете опасность. Нет, настоящие враги Бонапарта — это те, кто вкладывает в его голову идею основания династии. Сюда идут. Что за мысли внушаете вы моему мужу? Вы уже убили короля, а теперь хотите создать императора. Наверное, чтобы тоже его убить. Вашу жажду может утолить только новая кровь. Признаем, что если бы мадам Бонапарт вдруг умерла, это было бы очень полезно для Франции. Скажи, идея основания империи действительно серьезна? Разве похоже, что я шучу? Это так необходимо? Чего ты боишься? Гортензия только что родила сына. Этот ребенок станет моим наследником. Ты понимаешь, что однажды твой внук станет императором? Разве это не лучшее доказательство моей любви? Что скажут твои братья и сестры? Ты хорошо знаешь их отношение ко мне. Я поговорю с каждым из них по отдельности. Нет, никогда не откажусь я от своего права первородства. И потом, я патриот Франции, не подчиняюсь вашей тирании. Прекратите нести этот вздор. Чем был Жозеф Бонапарт без Наполеона Бонапарта? Ничем. Нет, почему я должен уступать моему сыну право наследования? Чем я заслужил быть обделенным? Как я буду выглядеть, когда этот ребенок, ставший вашим, будет находиться в положении вышестоящего, будет идти впереди меня? Он будет смотреть на меня с беспокойством, а может и с презрением. Никогда я на это не соглашусь. И прежде чем отказаться от королевства, империи, я увезу маленького Наполеона Шарля за пределы Франции. Я посмотрю, как вы посмеете на глазах у всех похитить ребенка у его собственного отца. Это вы внушили моему брату эту отвратительную идею усыновления.
Вам оказалось мало просто запятнать нашу семью. Месье, вы забываетесь? Вовсе нет. Вам мало было злоупотреблять доверием нашего брата, изменять ему, обогащаться за его спиной, за его счет. Нет, вы внесли еще разлад в нашу семью. Вы принимаете меня за простака? Я знаю, что этот ребенок не от меня, а от Наполеона. Вы подтолкнули Гортензию, вашу дочь, в объятия моего брата, чтобы он сделал ей сына. Вы сумасшедший, какой ужас. Мадам, о боже, быстрее зовите врача. Если вы будете преследовать свои интересы в ущерб моим, то обещаю вам, что вы об этом пожалеете. Я разлучу вас с сыном. Помещу вас в какой-нибудь монастырь, откуда никакая сила не сможет вас извлечь. Там вы закончите ваши дни, оплакивая ваше поведение. Вы дочь аморальной женщины, и я ненавижу всю вашу семью. Нет, я никогда не откажусь от мадам Жубертон, которую люблю. И никогда я не женюсь на вашей королеве Трурии. Моя жена, мой сын, мои дочери, мы всегда будем вместе. Слышите вы меня? Я найду способ избежать вашей отвратительной тирании. Тяжело встречать такое сопротивление великим планам своей собственной семье. Придется мне быть одному против всех. Я могу рассчитывать только на самого себя. Я должен быть выше любой формы оппозиции. В этой стране ничего нельзя сделать, не имитируя короля. Вот моя главная мысль. Что будет со мной? Ты станешь императрицей, моя дорогая. Ты несчастлива от того, что будешь коронована императрицей? Мадам, мы только что вручили вашему августейшему супругу декрет, дарующий ему титул императора. Учреждение империи дает счастье и процветание будущим поколениям. Сенату тебе осталось исполнить лишь одну приятную обязанность — вручить вашему императорскому величеству титул императрицы и засвидетельствовать ей благодарность от лица всех французов. Какой позор! Мы этого не заслужили. Как это возможно? Отвергнуть свою семью ради этой женщины. Да, все ради этой женщины. Хватит, Каролина, что еще значит эта комедия? Нет, я этого не вынесу. Нас приговаривают к прозябанию, оставляют в бедности. Тогда как постороннюю женщину осыпают почестями и подарками. Каролина права, вы обращаетесь с нами как с неродными. Вас послушать, так я словно бы отнимаю наследство вашего отца. Кем бы вы были без меня? Торговками на рынке. Это в конце концов ваша вина. Вы коронуете постороннюю женщину, которая этого не заслужила. И мы, которые всегда были с вами, мы, которые всегда были верны. Что остается нам? Такая несправедливость меня убивает. Я с вами, Эжен. Вы славный юноша, и вы единственный, ничего у меня не просите. Внимание, оркестр. Здесь проходим быстро, начинаем приготовление. Это поставьте туда, вглубь. Это поставьте, давайте туда. Музыка, начали. Прошу. Мадам, хочу вас попросить понести шлейф императрицы. Подобная обязанность очень тягостна для добродетельной женщины.
Я полагаю, вас только что попросили взять шлейф. Я возьму его только при условии, что камергер понесет мой шлейф. Мадам, могу я попросить вас понести другой шлейф? Я не допущу, чтобы со мной обращались как со служанкой. Вам сказали нести шлейф, поэтому несите его. Это невыносимо! Что действительно невыносимо, так это ваша глупость. Если вы будете упорствовать, я отошлю вас и найду способ короноваться без семьи. Я попросил бы вашу светлость встать туда. Я буду стоять только рядом с моей женой. Ваша светлость, это невозможно. Шлейф мадам Мюрат так тяжел, что нужно помочь ей нести его. Тогда я буду идти под руку с ней. Ваша светлость. Вы оставьте меня, или я закричу. Столько унижения для меня невыносимо. Господа, господа, я прошу вас занять ваши места. Ваша светлость, мне нужна ваша помощь. Прошу вас нести шлейф императора. Вы тоже отказываетесь? Но зачем вся эта комедия? Зачем короновать эту женщину? Ведь рано или поздно придется с ней развестись. Я приказываю вам делать то, что вам говорят. Дамы и господа, я прошу вас занять ваши места. Ну вот, оказалось достаточно немного доброй воли. Внимание, господа, музыка! Начинаем! Еще раз, сначала. Музыка. Вперед.